Так, все готово, кроме перископа и двух зениток. Сейчас сделаем. Перископ это просто. Возьмем сейчас цилиндрик. Уменьшим его. 12, скажем, побольше сделаем, уменьшим, в смысле. Так, а по высоте немножечко увеличим. Так, хорошо. Далее возьмем и вот эту часть мы ее, нет, вот эту часть мы ее сузим. Вот так. Так. Дальше мы возьмем и так, и потянем наверх. Соответственно, тоже уменьшим. Еще раз наверх. И так. Наверх. Это будет Е, да? Нет. Е наверх. Так, теперь еще раз Е. И вот эту вот вещь мы ее расширим. Что-то там переливается, это мне не нравится. Зеркало стоит типа того. Ну и вот это не будем делать квадратное. Тут вообще что-то странное творится. Уничтожим это. Так, теперь возьмем вот это. Вот так. Здесь что сделаем? Здесь нам надо Ctrl-R сделать, вот сюда потянуть, выбрать вот эти полигончики и их тоже развести вот сюда. Так. Тут надо какой-то круг сделать. Проблема в том, что то его не видно будет. Или видно? Давайте сделаем. Если уж на то пошло. Возьмем с вами сейчас. Где у нас тут? Курву возьмем цирклю. Цирклю немножко уменьшим. Здесь сделаем ее
Потому что наверх такой перенесем. Так, и сразу скажем ей, что у тебя D будет поболее, наверное. Вот такой D у тебя будет. Отлично. Вот так. Так. Как тебе сделать тут спицы? Сверху посмотрим и сделаем. Не будем особо заморачиваться. Вот раз. Вот так вот. Два. Вытащим ее из ямы. Выделили. Где она там? Да, упала. Ну, это не игра. Вот я сделал. А что нам мешает сделать, допустим, вот так? Нет, нам надо сказать, что, во-первых, объект это будет у нас конвертировать надо его в mesh. Вот он конвертировался. Ну а теперь можно и провести здесь. Сверху глянуть. Это она? Она. Так. И Shift. Да. Разворачиваем R по Z на 90. Еще раз. R по Z 90. Вот так. Все, теперь включим. Есть. Это тоже сейчас скажем, что это у нас объект, конвертированный в mesh. Вот это соединим вместе. Нет. Скажем Shift D, потянем по оси Z вот сюда и уменьшим. Соответствующий. Вот такой декоративный элемент мы получили. Так, так, так. Все вместе у нас будет Shift. Ctrl-J. Отлично. Сейчас наверх ее и подгоняйте. Смотрим. А мы сохранялись вообще когда-нибудь? Shift, Ctrl, S. Так. Опускаем. Уменьшаем. И ставим на место. Где-то он там в сторонке, по-моему, стоит как-то так это, да.
Ходим в сторонке. Мне кажется, еще два таких здесь стоят, но поменьше. И без кружочка. Сейчас мы попробуем Shift D. Ой, куда? Сможем увидеть мод. Ну, все равно это быстрее, чем новое делать. Так, отлично. Теперь. Скажем, P секцион. Выделим. И поднимем пока наверх, или по Z, вот так. Колечко можно удалить. И здесь можно, допустим, начать отсюда. Удаляем фейсы. Получаем то, что нужно. Так, выдираем эти фейсы и тянем. Опа, нет, не так. И вот такая разница. Так, теперь берем эту штукенцу, уменьшаем ее. Так. И двигаем я вот сюда. Не знаю, что это, почему их там две, даже три, одна больше, то ли меньше. Ну, поставим здесь все, куда нам вздумается. Вот так. Так. Висит. Вниз. И поставим сюда какой-нибудь ящик. Типа вот такой хороший ящик. Mesh куб. Поднимаем. Уменьшаем. О, без газету немножко увеличиваем. Ставим на место. Вот сюда ставим. И теперь тут берем вот это, нет, вот этот, Ctrl-B, вот так вот, не знаю, что такое, ну, на всякий случай, вниз. Это. Время 14 минут. Так, как бы сделать нам ограждение такое еще. Даже не знаю, как его сделать. Я попробую сделать его вот так.
Если я возьму... Есть у меня одна идея. Если я возьму, допустим, mesh и возьму так. Возьму-ка я цилиндрик. Сколько у него? 12. Ну, ладно, пускай будет. Куда он там пропал? Цилиндр. Кукундер. А вот он. Наверх. Теперь сюда. И опускаем. Так, примерно пока так. Так, S. Если позади немножечко вот так. Так, и теперь сделаем следующее. Вот это выделим. И потянем это. Типа вот так, наверное, даже. Ну и вот это тоже. Так. Попробуем так сначала. Так, потом фейсы убрать. Только так, если фейсы убрать. Да, нет, так не пойдет. Мы сделаем по-другому. Пойдем сейчас в фейсы. И все фейсы выделим. Вот эти, которые нам нужны. Ну, пока все возьмем, бог с ним. Так, ну тут не будем врать. И скажем Shift. Shift. Хотя почему не будем врать? Можем взять. Так, Shift-D, вот, это то, что мне нужно было, GPZ, так, теперь я вот это могу уничтожить, не нужна, а вот эти дела, я попробую прекратить в, я так еще не пробовал делать, я попробую, может быть идея не совсем плохая. Так, мы скажем следующее. Превратим, конвертируем теперь в куру. Сконвертировали. И вот теперь самый интересный момент. Она это делает, но делает немножко ужасно. Как это можно поправить? Смус? Нет, смус.
смысл не работает здесь. Multi format нет. Stretch нет. Radius нет. Bounce clamp нет. Set. Разбежались. Так. Resolution здесь не поможет. Level start не поможет. Так, геометрия нам не помогает. Видите, она не очень уклюже получилась. Вроде бы правильно, да? Но не уклюже. Так, ну зато мы получили образец. Что-то я тут не так делаю, поэтому оно так вот выглядит. Подождите, я поэкспериментирую, потом вам покажу. Попробуем сделать это по-другому. Сейчас мы возьмем S, то есть Shift A. Возьмем цилиндрик. Мы его уменьшим сразу же, вот так. И поднимем наверх с помощью SZ. Так. Отодвинем на нужную нам. Из центра мы его отодвинем по X сначала, допустим. Оп. GX. Вот. И теперь мы его подогнем на нужную нам величину. Вернее, R. Сделаем вот так. Ну, так примерно, да. Здесь мы поставим empty в середине. Вот. Empty поставили. Это выбираем все трансформации. И скажем, что нам нужен array. Array. Инстанс, объект. И вот здесь мы должны сказать, вокруг чего. Вот так-то он с empty 1. Вот так и скажем. Так, ступ 5 может быть так. И R. Так, и смотрим сверху. R. Вот они. Может быть 7-8 сделать. R. Ну, теперь все нормально. Выберем столько, сколько нам надо. Вот так, да? Отлично. Интересно, если я сейчас возьму вот этот, да? Первый самый. Попробую его наклонить более. Сначала надо тогда объект set origin вот сюда и теперь повернуть его вот так, к примеру, да, и снова объект сказать set origin в курсор. Так, и сверху смотрим и пробуем. А вот теперь уже все испортилось. Давайте скажем, что он согласны, да, к примеру. Теперь мы возьмем это дело и попробуем его сплющить. S. Запросто у нас сплющилось.
повернулась так, как нам нужно. Отлично. Здесь сверху мы можем поставить. Сейчас. Секундочку, сверху мы поставим. Нам нужен обруч. Это вот этот циркл. Мы его сейчас увеличим. С помощью S поставим туда, куда нам нужно. Нужно нам наверх уже. Видим, что нам не хватает немножко еще S. Так, отлично. И теперь скажем ему, что у него есть депт. Вот так. Уж побольше. Отлично. И превратим его в объект. Скажем, конвертировать его надо вообще-то, но выбрать сначала. Сконвертируем его тоже, конвертируем то mesh. Говорим edit mode. И вот тут уже вот это вот. Убираем. Выбираем сам объект еще раз и двигаем его. Ну-ка. Это рандом, да? Это будет R по Z. Так, и он точно встанет туда, куда нам нужно. Слишком толстые, толстые палки получились. Смотрю просто. Ну ладно, я сейчас посмотрю, как это будет выглядеть в целом. Пускаем. Посмотрим сбоку. И тоже джипазат вот сюда опускаем. Там окоп поворотом поставим. Так, а теперь это
Что тут я не убрал? Да? Точно. Ну да посмотри. Сейчас уберем. И сейчас вот этот круг, там еще один этаж остался. Ладно, опускаем вниз. И смотрим. В принципе, возможно, вполне. Единственное, я переделаю из-за этих, из-за толстых палочек. Ну, вы теперь знаете, как это делать, поэтому спокойно с вами прощаюсь. До создания двух зениток. И на этом все.